Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, в этом видео я ходил со своей Фомой на ВЧ, и мы там ворвали патроны, также была там перестрелка жесткая, их было несколько. Видео получилось интересное, поэтому если здесь будет хорошая активность, то я буду продолжать такие видео делать чаще. Я хотел бы напомнить вам, что игра на первом сервере Machine Holy Play, мы не Кирилл Путбуль, не забывайте вводить мне ник при регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. За этот промокод вы получите 150 тысяч, если прокачаетесь до 10 уровня. Мой промокод можно водить на любом сервере. Желаю вам приятного просмотра. Так, стоять, стой. Сюда поворачивай. Он знает, куда ехать, походу. Да. А, вон впереди еще какая-то машина наша, по-моему. А, не, или не наша. Наша. Видал? А, это наша. Денис же. 3x1, 2, 3. А, да, это наш. Ебать такой толпой, блядь, заходим, блядь. Только пробуй, блядь, ход 5000 поставить, я тебя перепу, блядь. Блядь. Куда он включился, я не понимаю. А, вон, сел, все, поехал. Еле кам стал. Проугнал, пацан спрашивает. Сейчас дефлаксим дам. Тебе придется мне ган продать, я дерево не купил. Да хорошо, у меня 500 патронов есть. У тебя еще патроны есть с собой? Да, сотка. Так продашь мне, чтобы я больше сделал патронов. Так, погнали на ВЧ, короче. Да нет, я же попросил не торопиться, на ёпты. Не толкайте. А, в бок туда? Вот так вот. И просто туда прыгай, понял? Вперед прыгай. Блять, вот видишь? Да ё-моё, блин. Надо по очереди прыгать. Ебать, нас тут народу пиздец, конечно. С одного места прыгайте? Вы чё, вообще совсем что ли? Блять, да давай. Да ёбаный в рот, я застрял. Пизда, Ивановна. Блять, что там с машинами уже происходит? Да ёб... А чё я не могу перепрыгнуть? Тут барьер же ебучий стоит, по-моему. Или нет? Бля, я могу перепрыгнуть, просто вы мешаете. Я бы легко перепрыгнул. Бля, говорил, надо через туннель было идти. Сейчас я перепрыгну, а вы идите через туннель, окей? Да не туда, вправо. В забор, да, ближе влево делай. И прыгай потихоньку. Потихоньку прям прыгай и влево делай. Давай. Может пройду? Да, прыгай. А, тут барьер типа не до конца идет. Да. Еще. А, вот упал. Наконец-то, блин. Все, сейчас всех подождем, короче, и пойдем на склад. Мы, короче, на склад побежали. Так, у нас тут, короче, человек 6 где-то бежит. Вроде бы все пролезли, я так понял. И не все. Потому что половина уже на склад побежала, а половина со мной бежит сейчас на склад. Понял теперь, как залазить? Нормально? Да, я понял. Ну, типа там барьер не полностью идет, я так понял. Да. Ну, я, блядь, не знал этого, на самом деле. Лайфхак такой небольшой. Ну, блядь. Ебать нас куча, я хуею. Куда ты нас? Со стороны смотреть, блядь, как будто вы чешники бегут, а это мы. Все, теперь рубаем мы в PS лимит 90. Нормальная такая кучка вообще, да? Где-то 10 человек. Ну, блядь, сейчас просто у нас в уме маленький онлайн. У нас сейчас всего тут 12 человек в сети, блядь. И все, кто в сети, все здесь почти. Блядь, нормально так. По прикинь, когда онлайн будет нас фамилить 50, как всегда, днем. Вообще будет пиздец. Давай второго ебать. Ебашь его. Быстрее, блядь, быстрее. Да ебать. Ебашьте его, блядь. Нах. Бля, меня слили. Все, я понял. Ебать же тут мясо началось, сука. Все, я уже подлетаю. Еще к вам. Оппонента для боя. Я уже к вам подлетаю. А у них оружия нету. Тут два военных, понял, бегают. Ну ладно, хер с ними. Пусть идут на ВЧ, все равно военных нету. Ну, они есть, но их оружия даже нет.
Долбоёбы. Я с миром, блядь, долбоёб. Не, ну я хули, сюда блядь, приехал с одной звездой. они типа нас тоже дымили, я тебе отвечаю. Я приехал с одной звездой, блядь, ухожу со всеми. Блядь, хуярь. Двоих положил, где сука? Еще один мусор. Хуярьте, пацаны. Где? Где он? Вышел. Ой, он вышел. Ебать, это мяско было. Нихуя себе. Я лучше Хелми пропишу, блядь. Опа, ча. Погнал, блядь. Ой, блядь. Нахуя? Я случайно тебя убил. Нет, меня Егор убил специально, потому Нет, что я он тебя убил. С дробаша? Нет, я тебя. Мне звезду дали, я тебя убил. Я в нее хуярил, она резко пропала, и пуля в тебя полетела. Мусора, блядь! Мусора! Военные, блядь, мусора и военные. Мусора, хуярьте, мусора, блядь, мусора. Блядь, хуярьте его нахуй. Пизда тут мясище, блядь. Ну его нахуй. Пиздец. Вот это сильно, блядь, было. Обратно забежали, блядь, вояки, короче, мусора. Ну один мусор вы и пару военных. Контент на ВЧ, вот получаете. Блядь, на туре жесткий контент, блядь. Давно мы на ВЧ еще не ходили. Вот мы тут последний раз ходили на ВЧ на видео, по-моему, и все. Бля, ну толпой, я думаю, мы должны их захотеть. Нас тут, блядь, больше 10 человек примерно. Сейчас будем. Ну они меня убьют. Вояка. Хуярим, хуярим. Все, ебать, двух военных положили. Погнали, блядь! Хуярим, блядь, пацаны! Пошли? Пизда, блядь! Пизда, бачок, нахуй, потик! Блядь, я не хочу так быстро умереть. Сука, меня убили. Ебать же там мясо началось. Ебать, жалко, я там не остался.